Здравствуйте! Сегодня предлагаю приготовить праздничный салат сирень. Для этого нам понадобится отварная картошка, отварная морковь, соленые огурцы, можно малосольные, лук, отварная курица, вареные яйца, грибы, петрушка и свекла, майонез. Для начала мелко нарезаю лук. Отправляю на разогретую с маслом сковородку. Будем его жарить до полупрозрачности. Миленько нарезаем шампиньоны. Вот прям так их. Лук у нас уже прозрачный. Добавляем шампиньоны. Все хорошенечко перемешиваем. Все перемешали. И солим. И жарим до готовности. Белки отделим от желтков. Белки снимаем, желтки отдельно. На меленькую вот такую терочку натрем белки. Немножко белков я откладываю. Нам понадобятся и белые белки. А к этим белкам я добавляю очень меленько потертая сырая свекла. Можно отжать сок, но свеклу и тертой тоже хорошо. И все перемешиваем аккуратненько, чтобы у нас белок окрасился. Немножко присаливаю. Наши шампиньоны уже пожарились, я их выкладываю на тарелочку и даю им остыть. К нарезанной курице добавляем майонез, все хорошенечко размешиваем. Соломкой буду нарезать огурцы. Огурцы у меня малосольные, мы их солили, есть видео, это еще остатки с тех запасов. Они вот, видите, какие хорошие прям, и хрустящие, и вкус такой же, как был, и пахнут очень хорошо. Собираем наш салат. Первым слоем у нас будет курица с майонезом. Мы хорошенечко все утрамбовываем, выравниваем по дну. Вторым слоем натираем картофель на крупной терке. Картошечку разравниваем, смазываем майонезом картошку. Так вот, хорошо. Слои я не просаливаю, так как у меня майонез домашний, я всегда делаю, он уже соленый. И овощи я отваривала тоже в соленой воде. Следующим слоем у нас будут огурцы. Огурцы можно натереть на терку, но когда на терку натирать, их надо будет немножко, если мокрые такие, отжать. Огурчики я прикрываю таким небольшим слоем картошки. И сверху выкладываю по картошке, выкладываю грибы. Сейчас я их выложу, потом буду так вот разравнивать все. Грибы закрываем морковкой. Также натираем на крупной терочке. Морковку покрываю тоненьким слоем майонеза. Так, и последний слой у нас будет яйцо. На мелкую терочку натираем вот прям, чтобы спадало так. Затираем этим желтком. Мелко нарезанным укропом украшаем бока нашего салата. Так вот прям присыпаем, плотненько придавливаем. И последний наш тут штрих на салате, это будет уже цветок. Белок наш вот так вот хорошо окрасился. Сейчас будем делать...
кудрявые, красивые. Вот такой у нас красивый, нарядный получился салат. Он получился такой прям насыщенный и вкусом, и цветом. Готовьте с любовью, радуйте себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока, до скорых встреч!